главная команда Казахстана больше, главный тренер Никола Николаевна. Дима есть, Дима! Маля, хорош, хорош. Пять минут, Джекер, пять минут. Дима, еще петь, пять минут. Баймс и Маш. Да. На видео. Боин, первый матч сезона, ты сразу забиваешь. Молодец. Конечно, приятно, но это только на начало. Да, потому что такая позиция, надо постоянно забивать, чтобы это вышло со крови, потом стало нормально в чемпионате. Ты уже столько футбол не играл, вообще соскучился по мячу, да? Конечно, соскучились все. Это очень как приятно, что вернулись, что все вместе. Хорошая атмосфера, хорошие амбиции, цели. Поэтому все ждем, готовимся, даем максимум, чтобы это было в этом году. Айде. Еще лучше. Айде, брат. Очень соскучился и рад, что вот, удалось сыграть. Вот. Ну, в принципе, неплохая такая игра. И нужно вот, подготовиться перед сборами, посмотреть вообще, в каком мы состоянии находимся. Вот, еще... Выигрываем 2-1, пока все складывается хорошо. И главное, конечно, тоже начать такой год с победы, чтобы у самих настроение было, как бы приятно было. Вы сегодня играли по полчаса. Вот хотелось больше, хотелось весь матч отыграть. Ну, да, если честно, хотелось больше. Ну, в принципе, такое состояние уже нормальное, потому что в перерыве, в отпуске, в общем, готовился. Ну, чувствую себя так хорошо. Какие сейчас планы у тебя до Турции, до отлета? Планы, командные планы. Не думаю много. Есть люди, которые думают за нас. Что скажу? Делаем, и все получится. Работать, тренироваться, работать. Вот. Сегодня команда играла 3 по 30. С чем связан такой формат матча? Ну, с этапом подготовки, то есть мы не хотели ни в коем случае парням навредить, потому что ну, нынешняя готовность, она еще не оптимальна. А плюс искусственное поле тоже чревато определенные последствия для немолодых футболистов, поэтому мы решили лишний раз минимализировать все это, то есть свои задачи за счет этих 3 таймов по 30 с помощью еще дублеров решили. Дима Бессмертный сказал, что он уже готов был 90 минут бегать. Мне кажется, Дима Бессмертный и 180 отбегает, если нужно будет. Общее впечатление от матча? Как я сказал, на данном этапе, в принципе, положительное. То есть были хорошие содержательные моменты, были моменты, которые были недостаточно хороши. Вот, в принципе, как и гол, который мы пропустили, там определенные недочетки мы провел. То есть, но, с другой стороны, для нас это, в первую очередь, возможность анализировать то, что происходило, и, соответственно, за счет этого двигаться вперед. В среду команда улетает в Турцию. Какие планы у команды вот до часа X, так сказать? Ну, завтра у нас выходной будет, понедельник, вторник. Еще будет 2 тренировки, и в среду вылетаем. То есть, в принципе, в штатном режиме.